Конкурс «Дети читают стихи». Ученица 2 Б класса Яфарова Алина. Школа номер 1, рабочий поселок Старая Кулатка. Татьяна Бакова. Я встречаю Новый год. Папа елку украшает. Он сказал, что детям всем этой ночью разрешает не ложиться спать совсем. Раз в году такое можно, только раз под Новый год. Но представьте, как нарочно, как назло зевает рот. Сторожу свою квартиру, жду ответа на вопрос, как подарки в этом мире нам приносит Дед Мороз. Как он елки проберется, где его волшебный путь? Буду я с собой бороться, чтоб дождаться не уснуть.